там, в каком-нибудь зале, и вы будете приходить и говорить, чему вы научились, развили свое сознание за год. Конкретно, вот и вы будете делать такой доклад для всех. Хотите презентацию сделайте, хотите расскажите, кого там исцелили, спасибо и так далее. Ну вот это для вас будет мотивация. Мало того, это не просто сказать, какой я классный или хороший, а еще других научить и поменять, и еще коллективно использовать все эти знания на работе. Так вот, наша задача... Наша задача сейчас запомнить следующую вещь. Четвертый тип людей – это тип людей, которые используют поток небесный, поток земной, живу матушку. И вот эту энергию живы не просто используют для себя, а используют для погашения катаклизмов, используют для решения ситуации типа мусоропровод забился, используют решение ситуации, люди ругаются на улице. Используют решение ситуации, едете вы в метро, куча грюмых, стрёмных людей, которые едут на работу, и вы думаете, капец. То есть вы берете эту энергию, пропускаете через себя, накачиваете шарик и в пространство запускаете, представляете, что золотым светом вы все это заливаете. Ваша задача осознанно влиять на процессы, которые есть на планете Земля. Понимаете, да? То есть максимально стараться высветить пространство. Если в случае с домашним заданием с защитами и с вампиризмом определить, кто с вас вампирит энергию, когда вы ставите защиту, это одно дело. Наша задача научиться находиться в состоянии четвертом, когда вы будете излучать кучу любви и света, вам даже не надо будет ставить защиту. Вы будете настолько высоковибрационным, что вам ни одна сущность не прибежит к вам. Поэтому домашнее задание, оно вот будет вот таким. Если же вдруг человек совсем капец, как вас там вампирит на каком-то уровне, и вы вот четко хотите, или у вас есть какая-то зависимость от этого человека, пообщаться с ним, или вы, ну вы не знаете, ну просто защищаться от собственного желания, это не очень правильно. Ставьте между собой этим человеком золотую божественную восьмерку. На уровне груди, когда вы ставите, она трансформирует любовь и преобразует любовь. Для того, чтобы... Золотого цвета. Вы один раз представили, оно будет крутиться и как бы генерировать эту энергию. Для того, чтобы понять, как у нас будет работать общество, я уже напоминаю, что вот теперь мы сделаем небольшое практическое занятие, уже потихонечку будем скоро закругляться. Мы должны понять, что хорошо, у вас есть 7 человек, которых вы встретите. С этими 7 людьми вы будете развивать ту специализацию, в которой вы уже поняли, как ваше предназначение. Ну, кто-то понял, кто-то нет. Кто-то максимально понял и раскрыл себя, молодец. Кто-то не понял, вы это будете нарабатывать в течение всех наших лет.